Продолжается по сценарию Барнаул, Белокурица. Время отправления 13:40. Платформа 5, номер автобуса 700. Барнаул. Верующий Иисус Христос спасет вас. Посилил их в раю и сказал, что от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в который день ты вкусишь, ты смертью умрешь. Вот. Но Адам и Ева, они послушались Бога и нарушили эту заповедь, сорвали плод с этого дерева. По научению дьявола, врага души человечества. Поэтому Господь сказал, что нарушение заповеди – это грех, а грех – это смерть. И каждый человек, рожденный в этот мир, как говорят, ребенок безгрешный, он не безгрешный. На нем первородный грех, переходящий от Адама с Евы. Царь Давид говорит, беззаконие зачатия, вы грехи родила мне мать моя. То есть человек рождается с первородным грехом. А для того, чтобы искупиться от этого первородного греха, от всех грехов, которые мы, будучи сейчас живя, нагрешили перед Богом, перед Создателем своим, Господь посылает в мир Спасителя своего Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть 2000 лет назад с неба сходит на землю Сын Божий, Иисус Христос. Это Сын Божий.
Господь, Отец Небесный, послал его для чего? Чтобы исполнить миссию. Миссия заключается в том, что в 30 лет он уходит на проповедь и говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие что такое? Благая весть. Добрая весть. То есть в мир сошел Спаситель, который берет все грехи мира на себя. Иоанн Предтеча, полгода, который был младше, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И Господь распятился на кресте, взял все грехи мира на себя. Но человек прощение получает только, когда поверит в эту принесенную жертву. И прощение грехов у человека происходит в крещении. Апостол Петр говорит, покайтесь, и крестится каждый раз во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, деяние Духа Святого. То есть человек должен осознать свою греховность перед Творцом своим. А для этого надо читать Священное Писание, Святую Библию. Вот то, что мы сейчас читали вам и красно раздавали, это издает наша православная церковь, Сибирская. Вот. И там написано, что Господь говорит, придите ко мне все нуждающие, обремененные, я успокою вас. То есть Господь всех людей призывает к покаянию, к исправлению. Он говорит, отвергни себя. Что значит отвергни себя? Да значит отвергну свое я. Я хочу так, я хочу так. Нет, Господь говорит, отвергни себя. То есть согласно Слову Божию, ты должен состояться и устраивать так свою жизнь, как Ему угодно, Спасителю нашему Иисусу Христу. Потом Господь говорит, возьми крест свой. Крест – это значит страдание ради Христа. Тебя будут не понимать, тебя будут гнать, тебя будут поносить. За что? За то, что Господь говорит, как я не от мира сего, так и вы не от мира сего. То есть человек, живущий по Евангелию, по Слову Божию, он для этого мира чуждый. Из-за этого его начинают гнать. Потом Господь говорит, следуй за мною, следуй за Господом, это значит идти тем путем, которым шел Господь. В первую очередь, это нужно у человека обращение. Как есть такие три меры муки, есть такая короткая притча в Библии, Господь говорил Иисус Христос, что это услышал, поверил и исполнил. То есть человек услышит, а вера от слышания Слова Божия написано. Правильная вера не от чудес, а именно от слышания Слова Божия. Слово Божие, когда услышал. Поверил, значит, ты поверил, принял свое в сердце. Да, Господи, я грешный. Не просто ты грешный, а ты мертвый, ты погибший грешник перед Богом, перед Создателем. Потому что нарушение одной заповеди, например, не убей. Господь говорит, не убей, да, заповедь есть, десятисловие. А Господь, в Писании написано так, всякий гневающий на брата своего напрасно, есть человек-убийца. То есть ты человек-убийца, просто ты никого не убивал, но лежишь дома, на постели вспомнил, терпеть не могу. Этим самым ты нарушил шестую заповедь. Не убей. Господь говорит, написано, что не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал сердце свое. То есть тебе достаточно помыслов захотеть женщину или женщину и мужчину. Ты уже этим нарушаешь седьмую заповедь. Не прелюбодействуй. Согласно хотя бы двух заповедей. Я уж не говорю остальные там все 10, если купить взять. А апостол Яков говорит так. Кто соблюдает весь закон, если грешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Почему? Вопрос. Потому что этот же Создатель, Законодатель дал как и заповедь не убей, так же заповедь не прелюбодействуй. Понимаете, насколько человек становится греховен перед Богом Создателем своим. Вот это надо осознать. Вот это есть, называется рождение свыше. Надо, но вам Господь говорит, родиться свыше. То есть встать на колени перед Богом Создателем, как вот я, например, в 2005 году встал на колени осознанно. И начал молиться с крестным знамением, что «Господи, прости меня, потому что я 26 лет жил во грехе, я не знал Тебя». Я считал себя в душе верующим, а вера в душе – это погибель, потому что написано «бесы веруют и трепещут». Они знают, что есть Создатель, есть, который дал заповедь исполнять, но они идут намеренно нарушая, и при этом толкая на это людей. Но самый страшный дар, скажете, вроде сатана толкает, но Бог нам дал свободу выбора, то есть ты можешь выбирать между добром и злом. И что выберешь, смерть или жизнь? Это все в наших руках. Господь призывает нас к святости, к исполнению Его заповедей. Он говорит, будьте святы, как я свят. Как быть свят, как Бог, мы не можем. Но к этому стремление должно быть, потому что образ и подобие в этом заключается. Мы должны быть в образе и подобны Богу, то есть подобны святости. Господь к этому призывает. Апостолы подошли к Господу и говорят, а как же нам спастись? Он говорит, богатым не спастись, если они не будут милость небольшую богатую раздавать. Там, если ты посмотришь разделением на женщину, ты уже нарушаешь заповедь. Он говорит, как же спастись? И Господь отвечает. Он говорит, человеком это невозможно, а не Богу, потому что Богу все возможно. То есть в
Бог, Создатель, дает нам сил, благодати своей, чтобы мы могли спастись. Но человек спасет, мы сейчас, вот если ты уверовал, ты должен за Господом идти и также возвещать другим людям Евангелие, это вечное Евангелие, которое в Откровении написано, что ангел нес по небу, летел по небу и нес вечное Евангелие. Также в Откровении 20 главе написано, что будет суд Божий, и будут книги раскрыты, и будет на престол сидящий судья, который будет судить каждого человека по написанному в этих книгах. То есть вся наша жизнь у Бога записывается. Все наши помыслы, все наши слова, все наши дела, они будут судимы по слову Господню. Господь говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. То есть Святая Библия, вот я вам сейчас покажу, чтобы знать, какая именно книга. Вот, Святая Библия. Вот, по этому слову Господь нас будет день сюда судить, потому что мы все умрем. Потому что как в Адаме все умирают, написано, как в Адаме все умирают. Мы все обратимся в прах. Но душа человеческая, потому что человек состоит из души и тела, отойдет к Богу, сотворившему его. То есть куда она пойдет? Смотря как мы живем здесь на земле. Господь говорит, ибо всем нам должен явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть как ты поступал и как ты закончил эту жизнь? По-христиански или по заповедям или Божьим? Если ты жил, ты пойдешь в Царство Небесное. Если ты жил без закона, отвергая Бога Создателя, ты пойдешь в ад, в вечное мучение. Но впереди еще будет суд Божий, когда все воскреснем в своих телах на суд Божий. И каждый даст сам за себя отчет перед Создателем своим. Написано, и смерть, и ад будут повержены в озеро Огненное. То есть это смерть вторая. То есть вечное осуждение на человека происходит. И туда же будут ввержены и дьявол, и ангелы, его написано. Но также те души, которые не раскаялись, которые не захотели жить по западе Божьему. Господь говорит, широки врата ада, и многие идут туда. И узок путь, ведущий к Господу. Очень узок путь, его еще надо найти. А как его найти? Господь Иисус Христос сказал, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть не из какого там другого человека, а только через Христа, через Сына Божия, путь спасения. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Спаси Христос вас. С Богом. Спасибо, душа вечность. Бабушка, это придет, когда передавала вчера, спрашивает, с кем Оля? Я говорю, с бабушкой. Она не привыкла. Лужку, говорю, надо подавать. Она так смотрит. Ну, справляются же, да? Они там как, по очереди. Господь Бог, Творец неба и земли и Создатель всей Вселенной, призывает каждого человека к покаянию, осознание своих грехов. Он человека сотворил по образу и подобию своему и заповедовал еще в раю Адаме и Еве, что от всякого дерева в саду ешь, а от дерева добра и зла плод не ешь. Но Адам и Ева не послушались Создателя своего и вкусили по научению дьявола, врага душ человеческий. Господь этим самым они нарушили заповедь Божию, а нарушение заповеди Божией – это грех, а грех – это смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, Господь говорит. Для этого с неба сходит Сын Божий, и Он, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Что это такое? Объясните. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Я православный христианин, рассказываю о вечной любви Божьей. Я тоже православный христианин, да. Но тут помещение совсем... Вы поймите, я не с какой-то с корыстью или что-то. Я рассказываю мне о Христе, о Боге. Не корысть, ничего, выходите из зала и там проповедуйте. Еще раз вы на меня отправите, А мы тоже. Вперед. Православный, что он снимал, я не знаю. Если я в кадре есть, посмотрите, я удушу тут прям. Здравствуйте. Добрый день. Я православный христианин. Давайте паспорта, да? Столику отойдем. Господь говорит, проповедую Евангелие всей твари. То есть я здесь встал и посреди стал проповедовать. А камеру вы чего? Для истории снимаем. Мы все потом в YouTube выкладываем. Там у нас видеоканал свой есть. Угу. Вот, да, вот. У вас с кем-то санкционировано, что у вас идет видеосъемка? Только то, что Господь благословляет. Только и за все? Это. Да.